Вы заебали тут уже, блядь, весь всю Марину нахуй своей эвакуацией, ебаный. Ну, слушай, вот под этой машиной асфальт. Домой, бля, машину тащи на балкон. А вы чего матом-то ругаетесь? Тут дети стоят вообще. Ну, бля, раз снимаете вот матом, а что еще? На пятнашку не хочешь уехать, не? Угрожаю чего хочу? Конечно. Угрожаю привлечением к административной ответственности. За ругань в общественном месте. А вот мужчина ругается матом в общественном месте. И, видимо, уходит. Уходит. Да, я Павлик, правильно. Уходит от ответственности. Не хотите понести наказание за свои поступки, нет? Куда, куда идти? Догоните сотрудник полиции. Машинки. Нет. Не догнал. А, нет. Догнал. Погоня! Давайте проще. Я сейчас машину пока буду проверять. Вам надо спуститься, вот сюда встать. Да, и, соответственно, за машину. И поднесите водитель. Все, давай. А вы как движение совершаете? Что? Ну как движение без документов совершаете? Ну сейчас у меня как ГИБДД. Ха, он там не выйдет. Выезжал, левая машина, а Рената ехала, да? А есть номер его? Да, есть, есть. А мы определение возбуждения на технику просто для пушки. А, и на красивую. Засняли? Есть? Да, да. О, отлично. Определение возбуждения просто сейчас напишем, его вызовем. А вот нету... тупые, а. А вон, вон, ППСники за ними. Ну, я не знаю, засняли. За белый БМВ езжайте, белый БМВ! Белая БМВ направо поехала. Самое определение возбуждения на технике просто для путинца. А, и на красный свет. Засняли? Есть? Да, да. О. Вот это дерзкий, да? На красный свет. Нет, еще поехал. Меня это самое оттолкнул. Кто? Что, не видел? Водила? Нет, один подстраховывал. Меня, а, то есть это меня, этот. Меня отсталкивал. То есть это свой, да? Да. А как он выехал-то, блин, тут? Офигеть. Он вот несколько дней назад отчитывался, блин, я его еще хвалил там на встречу жителей, что было отсыпано. Ну, не реально здесь я отрабатываю, в принципе, по задачам, которые я там взял. Вы распятие, кстати, увеличиваете? Я, ну, сам говорю, я тоже, мы с вами соседи. Так, сейчас остановили сюда, заехал на машине сотрудник полиции УВД Марина. Предположительно, по-моему, там из сотрудников соцслужбы, либо из руководящего состава, либо там среднего какого-то звена. Ну, сейчас сотрудники ГИБДД Юго-Восточного округа занимаются нарушителем, да? Посмотрим, мы не знаем. То есть, лицо знакомое, похож на сотрудника полиции УВД Марина. А странно. Где? На тротуар прям сюда залетел. А где УВД Марина у нас? А вот прям. Вот эти замечательные стиле, окошки, да? Прям удивительно. Причем на встрече жителей отчитывался, по-моему, он был, да, там, водитель за рулем. Отчитывался, говорил, что все прекрасно у нас, замечательно. Там, хвалили его в том числе, и я даже хвалил. Что, ну, у нас реально патрульная постовая служба работает относительно Марина. Я хочу сказать, хорошо. То есть они приезжают вовремя, то есть несмотря на загруженность. Да, большой район, 250 000. Но вот что мы сейчас видим, что руководящий состав сами же заезжает сюда на тротуар. Бред какой-то. Это при том, что мы сегодня так в отделе полиции были, да, разговаривали, разговаривали с ответственным, да, там, кто там зам был вначале. Какой-то бред, не знаю. У меня пока это не укладывается мысль, все хорошо, и здесь вот такой косяк в ровном месте. Ну, сейчас ГАИ будет разбираться, ДПС, посмотрим, спасибо. Спасибо. Это вот этот самый человек, да? Да, 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 да. Ну, какой красивый. Все равно сейчас его составят. Нарушите. Я на сеть.
случаев копия, если уверенно, что сотрудник, то я копия мотаю всю конспекцию по личному составу. Да, если я набрал еще меру. Вот, единственное, у меня потом свидетельские показания, ладно, я запишу объяснить, да, потому что, чтобы это... Да я говорю, просто... у меня память, короче. Значит, на палец согласен. Смотрите, это порох, либо есть. Да. Просто вопрос интересный, что... В данном случае, там... Если что, вот здесь инвалидное место есть. Вот. Сейчас еще... Ну, давайте подъедем туда. Подъедете тогда. И вот машина будет патрульная, она будет со стороны. Хорошо. Так вот номер этого. С-939, ага. СС-98. Все, сейчас я там сразу фотографирую, чтобы мне взять и... Сейчас. И мне сразу определение возбуждения сделано. Правильно? Угу. Административная группа просто собственника вызовет и устанавливает. Ну, как правило, это не происходит. Городская камера должна быть. Да. Можете сейчас его прям в розыск подать, что он, может, он бухой какой-то ездит тут на красный свет. Ну, это надо сначала определение возбуждения. Ну, да, да. Чтобы просто, если подавать его, то, соответственно, забивали уже по номеру. Да, по номеру определения, все верно. Здрасте, девушка, что вы здесь делаете? Парковка? А с чего вы взяли? Здесь, где вы права взяли? Нельзя здесь стоять, девушка. Здравствуйте. Старший инспектор ДПС, старший на полиции Гуаченко. Соответственно, у вас стояночка на тротуаре. У тебя был ваш документ, предоставленный материал. Что? Всегда парковка на тротуаре, правильно я понимаю? Нет, где же вы? Что здесь? Ну давайте так, подождите. Вы водитель, правильно? Да. Что здесь? По-вашему. Я знаков парковки не вижу. Согласен, что бывает парковка, заезд через тротуар может быть согласен полностью в жилую зону. Бывает такое, в Марьино у вас здесь много. Здесь по факту есть знак или что-нибудь? Нет. Такового нет, но здесь все время припаркованы машины, поэтому я так и думала, что... Но это вот сегодня нету, а так он все время припаркован. Все правильно. Всегда паркуются, всегда люди нарушают. Вопрос в том, что вы как водитель, чем регламентируетесь? Как все делают? Я была полностью уверена, что здесь парковка. Я делаю как я все, да? Ну вот по-вашему люди с дороги в магазин ходят. Люди у нас с кончают больше тысяч человек. Надо тоже... То есть это равносильно, понимаете? Давайте продолжим разговор, второй за составление материала, чтобы ваше время не тратить. Водительское, свидетельство регистрации. Может, мы не будем? Я его обязан вынести, потому что, соответственно, у вас нарушение произошло. Если бы вы заезжали и вас остановил, вы бы делали свидетельство. Как вопрос туда? Все сложно. Все очень сложно. Но у вас есть 20 дней на оплату штрафа. Соответственно, половину сумму. Вот так. Все бывает. Давайте вы достанете водительское свидетельство регистрации. Чтобы там посторонних предметов не было. Как вам будет удобнее? Давайте вы либо съезжаете вот сюда паркуете, либо, соответственно, машинку ставите в дворы. Сюда это куда парковаться? Вот смотрите, здесь не стоит. А то я сейчас обратно куда-нибудь в другое место. Нет, аккуратно, чтобы не задавить пешеходов, задаете, либо вот парковочку. Если парковочное место себе не находится, то какой-то не нравится, вы задаете. Чуть подальше, может, это дворовая территория, здесь очень много по правой стороне места есть. Первый раз вижу грамотного сотрудника, который попросил водителя вынуть документы из обложки. Ну, просто, если соответственно, могут быть провокации, правильно? Да. Могут люди вложить денежку, потом сказать, у меня денежка пропала. Опять же, по регламенту так нужно делать. Я мне говорили, ей женщина сказала, я говорю, убегай. Нет, говорит. Ну, в итоге убежал. Ну, магазин. Там тактильная плитка. В данном случае у вас движение платит.
представление материала не требуется водительской средства регистрации. Здесь нельзя, да? Здесь нельзя. Вам переводчик требуется, вы понимаете? Я понял. Смотрите, мне нужно доставление протокола административного по нарушению вашего водительского средства регистрации. Будьте добры, мне сначала документы передать, потом можете продолжить. Ну, я сюда поставлю, сейчас там документы будьте добры. Передайте. Все, машина? Здесь все, здесь поставить. Что, все? Именно я. Ну, потому что вы двигаетесь, приедет эвакуатор, они уедут на эвакуатор. Ну, первый раз, что Паша здесь не будет, да, ты что? Первый раз машина. Не значит, что можно совершать нарушение. Вы же должны соблюдать законодательство России Федерации. Нет, да, я уважаю. Я бы наметил документы, чтобы не тратить ни ваше внимание. Нет, просто, если вы хотите, я вам потом вот отдельно объясню, почему здесь нельзя ставить. Покажу вам правила, как говорится, формулировку, что такое тротуар, и вам объясню. Не упадете? Ну, давайте. Ставите машину, человек. А вот сейчас человек будет за это отвечать. Что, это проход? Конечно, отвечать будет, что он? Ставь он там машину на проходе ставишь. Мешает же, правильно? Конечно, мешает. Мы что это? Поставь на дорогу или на стоянку, или куда я пройди. Я надеюсь, мы сегодня хоть один шестой заберем. Да. Хоть какой-то тоже белый вроде. Ну да, чтоб людям обидно не было. Да. Скажут, вы тут выбираете только. Выборочно, да, дорогие машины не забираете. Куплено здесь, все продано, как обычно. Ну, туда точно не надо. Туда я точно не поеду, я обратно сейчас поеду. Но только тут нет обозначения, что это пешеходная зона. Ну как? А это не пешеходная зона, это тротуар. Как понять? Ну это в ПДД есть такое. Не дорога. Да. Точно не дорога. Я бы понимал, как люди ходят, значит нельзя туда. Да. Так, ну а что, тоже ж надо, да, белечивать? Ну а что, она уже не выйдет отсюда, смотри. Там уже все. Зачем совершили данное деяние? А какое деяние? Вы хотите шарить тротуар, а понимаете, в чем дело? Так как из разметки, из-за грязи здесь не видно. Что не видно? Что должно быть видно? Давайте. Во-первых, что здесь поворот на лево. Как вас зовут? Это Ольга меня зовут. Давайте получите так. Дмитриевна. Ольга Дмитриевна. Одну минутку вас покажу вам. А что, скорая в отдел приехала? Здесь я вижу бордюр. Я понял. Здесь я не вижу бордюр. Вот он, бордюрный камень, который отделяет. Соответственно, у вас зовут бордюрный камень, там будет отдаться. Нет, да, где я забрал? Парковка. Ни знака парковки. Во-первых, вам сделали сразу замечание, вы не отреагировали. Как раз отреагировали и сказали, что я остановилась. И начала думать. Что здесь такое? Все-таки решили дальше совершить. А что я совершил? Я проехал мимо, они сказали, стой, я остановилась и пошла омывайку купить. Все. Понимаю. Я понимаю, что не покупать. Хорошо. Это хорошо. Я вижу, что здесь нет опознавательного знака, что пешеходная зона, что вот здесь вот тротуарная дорога. Правильно? Если водитель не может понять ситуацию, то что-то посмотреть с этой стороны. Вы что посмотрела, я не еду ни по тротуару, я стою на месте. Вы заезжаете сюда, вам сказали, стойте. Я стала. Послушайте, вам сказали, стойте. Вот. Вы остановились, мы вам объяснили, что сюда не вернулись. Нет, вы мне ничего не объяснили. Вот, поэтому я говорю, в дальнейшем вы совершили, конечно, будет с вами действие. Давайте я уеду. Все, я вы понял. Мне сейчас спорить объяснили, мы не будем. Я уезжаю. Документы, будьте добры, водительское средство регистрации. Уезжаю, вы мне сказали нельзя, я уезжаю. Водительское средство показал, раз уж шмыгнул, сейчас оттуда могут выйти. Мы составим материал, если вы считаете, что вы правы, да, все. Ребят, вы меня предупредили. Я сказала, хорошо, я согласна, раз вы считаете, я что я не предупреждал вас. Я вам объяснил ваше. Зачем вы мне говорите, вас предупредили, вы могли бы остановиться. Я вам объясняю, что вы меня предупредили. Какие граждане? Слушайте, вы заезжаете на тротуар, здесь ходят. Ну, зачем, какие граждане? Да, предупреждают, сказали, что я остановилась. Я не видела, что я заехала на бордюр.
через бордюр. Никаких ограждений нет. Не надо, зоны нет, понимаете? Я не понимаю. Вы не понимаете? В чем я проблема? Вам объясняю. Вы можете не понимать, понимаете? Есть люди, которые не понимают, как они в алкогольном опьянении ездят. Вот я вам объясняю. В данном случае, если я вы сейчас, не понимаете... слава богу, не в алкогольном опьянении. У вас запись идет, я надеюсь? Послушайте меня. Молодой если человек, бы включите шла запись, пожалуйста. Если бы шла запись, да. Я бы вас предупредил о том, что ведется видео. Нужно было бы мне сначала вот включить послушайте. Запись. Вы можете включить. Правильно, правильно. Давайте вы мне сейчас покажете тогда наряд на то, что вы здесь дежурите. Покажите. Ребят, вы меня предупредили, я все покажу. Я вам объясню, как закон вы можете обжаловать наш вид. Или если вы хотите по-плохому, будет по-плохому. Машина я укладка, не если хочу вы меня по-плохому. Не можно я вам сейчас еще расскажу ситуацию? Я приезжаю на 3 дня подработать. Я 400 километров живу от Москвы. Правило 2.1.1. Я прошу вас предоставить водительское это я вам предоставлю. Это я не имею права не предоставить. Принимать по вам решение. Я не имею права не предоставлять. Я от этого не отказываюсь. Я надеюсь, хоть нас вместе не собьют. Нас некому оформлять. Я всего 2 раза катался на работе, на самом деле. Я за 10 лет 4 раза. Дама сразу инспектору захотела передать. Да. Вот бывает сложно. У нас такой человек может не понимать, что такое. Когда пытаешься объяснить, он не понимает. Самый простой способ это 2 раза предупредить человека о том, что ты составишь протокол. Все, это начинаются споры, это начинаются непосредственно какие-то отговорки. Как можно не смотреть, да, куда заезжают? Ну, это еще такой случай лайтовый. Это еще, да, бывает и как бы сложнее. Их нет. Ограничения? Это уже препятствие, это уже 12.33, это немножко другое. Слава богу, это уже уголовный туда кодекс. Беспредельщики, да? Я не знаю. Инспектор! Какой? Если люди путаются там бордюрные там. Давайте достаньте водительское средство регистрации. Мало ли там. Все, буквально 2 минуты. Хотите, можете выехать сейчас подъехать.
хотите, можете, соответственно, припарковать машинку. Вот. Выдохнуть до нас, пусть пытаемся, как удобно. Ну как машинка все можно брать. А, убрать по-любому. Да. А там нет места. Ну конечно, представьте, вот представьте, ну, понял, люди смотрят и могут ошибочно подумать, что вот. Я вас понял, да. А это самое там будет закрыт, нет? И там если не закрыт, быть. Вот смотрите, вот там вот, где дворовая территория, вот там с правой стороны идем на стоит. Ага, спасибо. Только по дороге. Да, по дороге, ну, не на тротуар. А так бетонные блоки, да, нужно поставить, надо, чтобы не путались. Конечно, да. Ну неправильно, вроде такое место, и как под парковку, да? Да? Вот я даже заехал, я посмотрел, вроде смотрю. Ну теперь будете знать, будете ну, знать. Ну да, и встал. Спасибо вам за адекватность. Да не, а что? А то тут на X6 убегал, представляете, от полиции догоняли его. Правда, вот до вас, на белом тоже. Вы небось подумали, что он вернулся. Да, да, первая мысль была, что вернулся. Я вас понял. Ну ладно, все, пристегнитесь обязательно. Последний раз вас прошу. Предоставить нам документы. Я жду вашего этого инспектора. Пожалуйста. Мне документ. Я инспектор. Спасибо, молодой человек. Я инспектора передам. Я тоже инспектор. Я понимаю, я вижу. Удостоверение покажу. Вы мне даже свое имя и фамилию назвали, я помню. Да, просто я вам объясняю, почему я это говорю. Потому что вот инспектор не знает, как оформлять. Сейчас будет вот того нарушителя прививки вас оформлять. Потому что думает, что у вас процесс за подачу. Очереди пока нету. Какой все процесс на подаче? Я не имею права не подавать вам документы. Вот поэтому я вам подаю. Все, я вас забрал. Угу. Если что. Теперь я в первой очереди, да, я понял. Вы следующая, да. Ну, так-то не надо штраф, что не имеете права подавать. Надо же, чтобы причина была. Конечно. Причину он назвал. Для составления документов нужно. Вот это прикол! Пьяный что ли? Вы в сознании вообще, нет? Понял, я понимаю. Виноват, виноват, я виноват. А вы сотрудник полиции? Так, а? Вы сотрудник полиции? Не, 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 не хочешь. А у вас там фуражка вон на лобовом стекле. А это детская. Детская? Да. Понятно. Мне просто... Мужчина! Алло, алло. Я вам иду. Что-то украла. Документ у вас. Что-то да, не тот. Да-да-да, я просто. Ну, светит в глаза и я пойду. Так, вы надо. Да. Отношения к ДПЗ имеют что? Нет. Не сотрудник. Нет. ДПЗ сразу об ответственности дисциплинарно. Соответственно, вы обязаны, если вы сотрудник, сообщить. Не-не-не-не-не. Не является сотрудником. Да, да, машину я прошу убрать. Да, да, конечно. Машина с мигалками, будет оформление производиться. Кто сегодня помогал порядок наводить? Старший инспектор ДПС отделения батальона ДПС по юго-восточному административному округу города Героя Москвы, старший лейтенант полиции Галаченко Павел Викторович. Спасибо большое, Павел. Спасибо большое, Павел Викторович. Всегда вот прям не западло, так сказать, руку вам пожать, вот правда. Все, счастливо. Спасибо. До свидания. Так, ну что, друзья, подписывайтесь на канал. Движение. И не движение. Поставьте этому видео лайк, нажмите на колокольчик. И оставьте комментарий, что вы думаете по поводу нарушителей, ненарушителей, грамотного сотрудника полиции, тезки моего, тоже Павел зовут его, видите как? Вот. Ну, все, всем удачи, всем пока. Боритесь за свои права. А, забыл. Подпишитесь на Инстаграм и Телеграм-канал наш. Сила движения. Ага. Ну и мой тоже там. Неизвестный канал, в общем. Ссылки будут в описании. Все, всем пока.